Сегодня 17 ноября, в этот замечательный праздник, День студента, творческие коллективы Бердянского университета менеджмента и бизнеса играют в игру КВН. Игроки команд КВН с удовольствием поделились своей закулисной жизнью и рассказали о непростых и веселых репетициях. Но если честно, выступать я вообще не думала. Для меня это было спонтанно. Меня просто друзья попросили, пойдем. Ну и так затянулось, потому что мне понравилось. Я вам скажу, выступление, все говорят, ходят, ой, мы переживаем. Если честно, я вообще не переживаю, потому как знаю, это будет все отлично, и мы выступим лучше всех. Вы играете в команде КВН первый раз? Да, первый раз. В КВН первый раз. И как впечатление вам от подготовки к самой игре? Ну, довольно-таки сложно поначалу было. Сейчас, кажется, уже начало получаться. Первые репетиции вообще давались очень сложно. Волновался, переживал. Вдруг у меня не получится. Ну, вдруг подведу команду свою. Сегодня в замечательный праздник, День студента. В КВН играют самые высокие парни. Расскажите, пожалуйста, как вам эта игра? Ой, игра хорошая. Я пришел сюда впервые и... Могу сказать, что у нас даже в команде есть два парня высоких, только где-то он пропал сегодня. А вы играете в одной команде? Нет. А как называется ваша команда? Наша команда называется «Так было задумано», и мы сегодня победим. Вот так вот. А вот мой брат, кстати. Как замечательно находиться в окружении таких высоких парней. Как называется ваша команда? Наша команда называется «Так было задумано». И мы самые лучшие! С днем студента, ребята! А в этой замечательной команде одни девчонки и только один парень. Как вам в этой команде одному парню среди столь внимательных, таких вот заботливых и замечательных девчонок? Ой, ну сложно могу сказать. Они такие... Противные девочки, сказал бы так, да. Так, Артур, не надо вот это. Ага, еще скажи, что ты не рад. Нет, не рад. Я думаю, Артур очень рад. Ну что ж, мы вам желаем победы, получить удовольствие, получить максимум удовольствия от этой игры и вновь вернуться на эту сцену. Спасибо. Как проходили тренировки и подготовки к этой замечательной игре? Жестко. Всем привет, с праздником, с Международным днем студента всех. Да, действительно, практически 80% студентов выходят первый раз сегодня на сцену. Раньше мы называли этот праздник дебют первокурсника. Ну, а мы сегодня решили разыграть осенний кубок студенчества. Вот так вот, нашего университета менеджмента и бизнеса. Каждый актер команды КВН «Азовский проспект» взял себе подопечных первый курс и полностью готовил вместе с ними программу и тренировал, и репетировал. Потому что ребята у нас в команде сборной опытные, то есть они уже не один год ездят по Украине, и поэтому они в состоянии научить молодежь азам КВНа. Как называется ваша команда? И как проходили репетиции? И что было интересного, необычного именно в самой подготовке к игре? Наша команда называется «Запах Дживанши». Ну, мы ходили на репетиции каждый день. Необычного, что было. Ну, самое первое знакомство, когда нам давали типа микрофон, ну, это был тремпель. И мы в него говорили, как нас зовут, спрашивали, ну, нас спрашивали, откуда мы. Ну, так получилось, что мы почти все из Донецкой области. Ну, и так потом дальше сдружились и весело, короче, проходили наши репетиции. Название однозначно у вас интересное и необычное. Потому что у нас в команде 4 девочки. Нет, 5 девочек и один мальчик. Бедный мальчик. Но я думаю, он справился с вами, да, в женском коллективе. Да, ему понравилось. Да. Ну, только что нам. Девочки, у вас все получится, девочки, не бойтесь, я с вами, девочки, 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 постоянно. Ну, хорошо, когда в команде есть замечательный мужчина. Да. Большое вам спасибо. А мы подготовились к очередному КВНу, в котором вас ждет много незабываемых эмоций, много юмора, позитива, много. А сейчас давайте спросим, как наши новички, как переживаешь? Да нет, честно, нет. Ну, а вы? Уже как бы привыкла к сцене и, ну, уже нет такого волнения. У нас сильненькие новички в этом году, я вам скажу, потому что все всегда переживают. Ну, надеемся, что вам понравится. После генеральных репетиций заполняется зал. Игроки готовы, зрители в ожидании. И вот игра началась.
Друзья, сегодня 17 ноября, и все отмечают прекрасный, замечательный молодежный праздник, Международный день студента. С праздником! С поздравительным словом к студентам обратился проректор по учебной работе Михов Леонид Иванович. Уважаемые друзья, позвольте поздравить вас этим замечательным праздником, Международным днем студента, и пожелать вам успехов в личной жизни, учебе и отдыхе. Были отмечены грамотами лучшие студенты за участие в научно-исследовательских работах, за успехи в учебном процессе и, конечно же, за активное участие в общественной жизни университета. Декан факультета экономика управления информационных технологий Горячая Оксана Любомировна обратилась с наилучшими пожеланиями к студентам. Добрый вечер всем! Как говорили древние философы, чтобы много знать, надо хоть немного научиться. Пусть жажда знаний никогда не покидает вас. Я вам всем желаю получить высшее образование, освоить любимую профессию, чтобы все ваши цели, желания обязательно были реализованы. Я хочу пожелать всем присутствующим сегодня в этом зале хорошего настроения, чтобы вы получили удовольствие от наших выступлений, от выступлений наших студентов. Команды, вам хочу пожелать успешно и удачно, достойно выступить. Бурных аплодисментов, справедливых оценок жюри. Ну и пусть победит дружба, наверное. Наверное, да. По традиции, в эти дни Бердянский университет менеджмента и бизнеса собирает вокруг себя друзей. Раньше праздник назывался «Дебют первокурсника». Находились новые таланты, открывая хороших и замечательных людей. И сегодня этот день не исключение. В этом году 80% студентов выйдут в первый раз на эту сцену. Все факультетские команды КВН продемонстрировали великолепное актерское мастерство, море остроумия и оригинальности, тонкое чувство юмора и хорошее ощущение сцены. В этот замечательный день состязание на Кубок ректора проходил в виде красочного концерта, в котором выступления факультетских команд КВН гармонично сочетались с концертными номерами. С музыкальным номером выступили студентки университета Бельчева Ольга и Анастасия Ежилова с душевной песней. Свои шутки продемонстрировали новые 4 команды КВН. Это юридический факультет «Запах Дживанши», команда КВН-колледжа «Амазонки с бензоколонки», сборная колледжа университета
так было задумано. Команда колледжа под каблуком. Ну и, конечно же, сборная команда КВН Бердянского университета менеджмента и бизнеса «Азовский проспект». Удивил зрителей необычными, задорными, самыми веселыми шутками. Не, ну вы посмотрите на него. Оборзел вообще, да? Ужас. Офигеть. Слышь, Тёма, ты ничего не перепутал, а? Ага, вот именно. А ну-ка за реквизитом мне сбегал и отбивки мне там захвати. Так, после выступления нашу форму постирай. И снова повтори, а то дикция вообще не к черту. Ага. Понял? А я не понял. Здесь всех так опускают, только меня. Не, ну вы посмотрите, как вы заговорили. Молодой не видит берегов. Да. Правда. А тебе, Тёма? Да, 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 отец. Я завещаю свою старую должность. Участкового АКЗ. Участкового АКЗ? Я никогда тебя не любил, Тёма. Девушка, 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 здравствуйте, а можно с вами познакомиться? Ты же страшный, бесперспективный дрыщ. Понимаю. Бонор! Отнеси меня в замок Винтерфелл! Михалыч, какой Винтерфелл? Ты 2 литра водки сам выпил. Жене тебя отнесу, вот там и разберетесь. Зима близко! Зима близко! Ну что, парни, по пивку или мохито будете? Какое мохито? Ты что? Вы ж мужики, нам пиво давай! Пиво давай! Все, ну, сейчас что? Смотри, Артур, с тёлкой! Артурик, ну возьми её! Ну пониже, ну как тебе говорили! Ну давай, вот так вот! Ну ладно её, возьми! Наши студенты не только активно принимали участие в игре, но и продемонстрировали свои шикарные вокальные данные. Новую песню нам подарила студентка экономико-правового колледжа Карина Шкрыгун. Объективно давала оценку каждой команде, а итог игры поразил всех своим неожиданным результатом. Все команды набрали одинаковое количество баллов. Таких результатов за всю историю игры КВН еще не было. И поэтому, конечно же, победила дружба. Поблагодарим, ребят, друзья, аплодисменты. И от ректора Бердянского университета менеджмента и бизнеса. И по традиции все участники конкурса получили огромный вкусный сладкий торт от ректора университета Лидии Антошкиной.